Что ты там возишься, Вентворд? Королева ожидает нас. Времени не осталось. Повторишь еще раз, Реджинальд? Ты думаешь, если твердить одно и то же, как попугай, дело пойдет быстрее? О, а где карета? Что ты наделал? Да уж, странная страна. Это ты про Великобританию? Да, именно про нее. Ездят задом наперед и избегают смотреть друг другу в глаза. Но они назвали часы в мою честь, поэтому вкус у них вполне неплохой. Во-первых, Биг Бен — это колокол, а не часы. Во-вторых, колокол существует на этом свете гораздо дольше тебя. Тебе что, сложно было поддакнуть? Попридержи коней, Бен. В этой стране не только часы, которые подсказывают, когда пить чай. У нас запланирован экскурсионный тур. Плюс я, наконец, смогу продемонстрировать британский юмор. Буду кричать «Я старый Макс!» и спрашивать прохожих, как пройти в библиотеку. Не смотрели операцию? Страховка покрывает лечение в больнице за рубежом? Что ж, надеюсь, что экскурсия вам поможет. Вам нужно оккультуриться. Биг Бен потом увидите. Лондон не сразу строился. Да? А по-моему, скорость и труд все перетрут. Пойду отвлеку гвардейца. Ты моргнул! Музей прославленного детектива! Класс! Да, скорее! Смешная шляпа и плащ! О, тут спецсредства! Бен! Кассир сувенирной лавки, все, дальше! Оплатить кто будет? Это американские доллары! Дальше не надо! Часами могу любоваться Вестминстерским мостом. Сделай фото и любуйся, сколько влезет. Да, здорово придумал, Бен. Добрый вечер, сэр, вас не затруднит? Простите, сэр, вы позволите? А, здравствуйте, мисс. Вам не сложно будет сделать для нас одно фото? Давай я! Ха-ха, ну что ж, перед вами традиционный fish and chips. Просто картошка. Здесь ее называют чипсами. Однако я не ожидал, что кляр будет стекать с рыбы. Каким еще может быть блюдо, поданное на газете? Что? Пропала карета королевы? Ничего себе! Погоди-ка, преступник оставил следы. Нужно срочно бежать к Биг Бену и искать улики. Наконец-то! Чего же ты ждешь? Нет колокола? Как же так? Если колокол исчез, как мы узнаем, когда пить чай? Может, когда хочется? Вы из ума выжили, сэр. Интересно, не похитил ли колокол и карету один и тот же человек? Если королевская карета уменьшилась, то я уже нашел преступника. Сидни, бежим отсюда! Скорее, Ватсон, пора за дело! Пора так пора, силач! И не называй меня Ватсоном! Ваша песенка спета, преступники! Теперь не надейтесь от нас улизнуть! Так пока на вас не надели наручники и не посадили за решетку, посвятите Бена в свой план, а я и так вас давно раскусила. Ладно, раз уж тебе так интересно, будучи мастерами преступной деятельности, мы давно подыскивали себе штаб-квартиру. Поэтому решили использовать особый лазер, который уменьшает и увеличивает все-все, чтобы вырастить мобильную штаб-квартиру из этого бульдога. Будем путешествовать по миру и воровать все, что понравится. Теперь, когда у нас есть Биг Бен, создание штаб-квартиры почти завершено. Но для чего вам колокол? Чтобы собака не потерялась. Чепуха! Гигантская собака не может потеряться! Ей не нужен колокол! Ну и зануда. Зато будет стильный аксессуар. Сидни, давай скорее протестируем наше новое устройство для побега. Крошка Биг Бен! Нет, скорее! Бен, мы спасем колокол! А я позабочусь о лазере. Сидни, вставай! Сейчас же найди колокол, или наш план провалится! Не люблю противников крупнее себя. Слушай, жук, сейчас тебе не поздоровится. Посмотрим, что ты сейчас запоешь. Нет, я не хочу петь.